Всем привет, ребят. Ну что, наступило обнова 1.5.9. Поехали, будем сейчас делать обзорчик. Честно говоря, еще не смотрел что да как толком. В принципе, сейчас закачаем и посмотрим уже, что же интересного нас сегодня ждет. В принципе, обнова должна быть, как обычно, интересной. Вопрос только для кого, для донатов или для бездонатов. Ну а пока качает, напоминаю, идут конкурсы, ссылочки в описаниях, еженедельные розыгрыши, розыгрыши основного приза, приза Огнекрыла. Спешил, а так долго качает. Так, окей, есть, поехали, смотрим. Оу, новая заставка, нифига себе. Четенько, красиво. Так, смотрим, что у нас все-таки поменялось. Добавили описание талантов, эмблем и рун. Так, сейчас мы найдем Диану. А, вот. Угу, можно увидеть, где какой талантик дает, руна и эмблема. Отлично. Что-то мне показалось. Или все-таки скоро будут восьмые руны. В общем, отличная тема. Для многих, думаю, очень полезная будет. Да, ребят, все-таки восьмые будут. Так, новый талантик. Что-то там дает, не знаю, еще описание его сейчас посмотрим. Вот так вот он выглядит, в принципе. В общем, будет, ребят, восьмые руны, судя по тому, что есть. Так, новая локация в судьбе. Поехали в судьбу. Вот так вот она выглядит, прикольненько. Рогатка у нас здесь добавлена, суккуб. Самое основное добавлена химка для архидемона. Все остальное, честно говоря, ну такое себе, посмотрим. Так, дальше два скина героев, Рибит и Огнекрыл. Вот так вот. Так, это у нас осколки. Так, Рибита я видел, Огнекрыла еще. Как он будет выглядеть? Оу, прикольненько. Вот так вот теперь будет выглядеть. А скин дает 400 атаки, 10 тысяч жизни. Интересно. Ну и Рибит 400 и 10. Ну, такое себе. Посмотрим, как будет визуализация. Так, новый питомец. Пока, к сожалению, его мы получить не сможем, потому что он дается только с третьих сумок. Но вот посмотрите, как сумочки теперь отображаются. Поменяли графику. Прикольненько. Так. Будет наносить удар серпом по ближайшему врагу противника. Урон от силы. Уменьшает скорость атаки. Ну, антитыква. То, о чем я вам и говорил, что он будет как антитыква. Так. Дальше. Добавлен новый герой. Самое интересное. Как обычно, нам дают очень мало инфы о герое в последний момент. Так, ищем его. Вот так вот он будет выглядеть. Посмотрим, что за герой. Имеется ограничение 5000. Посмотрим, или у него, или у урона наносящим им. Честно говоря, не знаю. Но судя по жизни, посмотрите, сколько жизни. 80. Да, он будет офигенным танком. Интересно. Думаю, получим его. Так, посмотрим. Судьба, добавлены новые локации. И здесь я на судьбу немножко забил. Точнее, не судьба, а древние испытания. Древние испытания.
добавлены новые. Ну, посмотрим. Никто ничего не проходил еще. Пока 36-й максимально, что здесь прошли, до 45-го. Плюс 9 уровней. Так, дальше. Так. Имеет встроенную оживу герой. Ну, это, я думаю, мы посмотрим. Что интересного еще? Должен добавиться, скорее всего, у нас скоро здесь шар его открыть. Скорее всего, потому что куча итемов есть именно под этот шар. Третьи, четвертые сундуки гильдии. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, вот так вот отображается у нас. О, смотрите, как прикольненько сделали маленькую такую башенку. Даже незаметно только что увидел. Вот по-другому уже смотрится оно все. Интересно. Так, ну новый талантик. Давайте попробуем получить новый талантик. Почему бы и нет? А вдруг повезет? Заодно и коробочки потратим. Так, ремочка. Ожива. Ну, английском, я думаю, мы быстро выбьем. Быстрее, чем на китайке. Так, карты мы уже слили. СУ нам четвертое не надо. Такс. Окей, вот на огника надо будет забрать. Так. Что еще хотел посмотреть? Бах. Исправили с жабкой, но это такое. Так, ректировка значков покровителя святого пророка. Восстановить копилайк. Короче, в общем, некоторые нововведения. Добавлено 10 мест на склад, плюс 1 место на героя. Так, поехали искать новый талантик замедления. Не надо мне никому. Ракушка, ремка. Блин, нового героя бы выбить, а потом уже таланты искать. А то я, как обычно, делаю все да наоборот. Так. Ну, ремку особо-то некому ставить. На ребята скина еще не продают. Пока. Ну, тут со скинами печально все. У нас изначально продают на других серверах. Хотя здесь обнова в первый же день выходит. Такс. Ремка. Ну, кому ремку поставить? Даже не знаю. Ну, можно сюда тыкнуть. На PvP. Пусть будет. Поехали дальше. Так, корка нам не нужна. Ну, как видите, коробки. Я не знаю, мне на английском сервере намного больше нравится. Или из-за того, что я там больше коробок выбиваю, открываю. Но что-то на других серваках не такой рандом. Так, ожог. Ожог. Блин. Даже не знаю, что делать. Давайте, сколько у нас? 33к паролем на нового героя. Должен упасть. Если нет, то потом буду отдельно уже ролить. В общем, ребят, такая вот обнова. Как обычно, у нас ввели новый талантик. У нас ввели кучу всего. И вот так вот, ребят, это просто жесть. У вас, короче, должны посыпаться просто лайки. Ребят, я выбил нового героя там за 5к. В общем, можете меня поздравить. Я сам себя, я, честно говоря, сам в шоке. Офигеть, вот это вот удача. 5к и уже герой есть. Ну, просто супер. В общем, ждем. Даже не буду сейчас его распечатывать. Я думал, блин, будет офигенный у нас роллинг. Получилось просто 5к. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Жалко, я уже битву гильдии прошел вчера, так бы затестили на битве гильдий. В общем, пишите комменты, пишите, что вы хотите еще увидеть по обнове. Я сейчас буду тестировать нового героя, вам уже показывать его, что он может, как он может на максималках и прочее. Все, всем удачи, всем пока, всем по новому герою, точно так же, как и мне.